Здравствуйте! Приветствую вас на своем канале «Розовая терапия». Хочу показать вам один уголок в саду, где у меня растет роза Лихтенштейн Лючия. Такой у нее волнистый цветок. Показывает серединку, желтые тычинки. Каждый цветочек смотрит вверх. Эту розу вывел Вильям Кардес в 1966 году. Высота у нее где-то 1,50 м заявленная. Побеги жесткие, все цветочки смотрят вверх. Она очень устойчива к дождю и морозу. Имеет долгий период цветения. Эта розочка имеет знак АДР, который присваивается самым устойчивым розам. Листва у нее такого изумрудного цвета, глянцевая, здоровая. Ее нужно очень хорошо поливать, садить в рыхлую такую землю. Этой розочке нужен цвет, не в тень ее нельзя садить. Чем больше солнца, тем больше она цветет. Побеги жесткие, они не клонятся. Вот. Она у меня так сидит в таком ярком уголке. Ее окружают такие петунии, малиновая, синяя, там гортензия в горшке. Она у меня просто как солнышко, а вокруг нее все светится. Вообще из всех моих желтых роз это самая желтая роза. На кисти у нее около 1, 2, 3, 4, 5. Вот у меня 7, 8, 9 на одной кисти бутончиков. Там 6 бутончиков. Цветок у нее не очень долго держится. Сейчас не жаркая, не солнечная погода. Как-то так немножко пасмурно. Они все распустились, все смотрят вверх. Нежный запах. Вот раз роза имеет знак АДР, то это сдается очень здоровым. Вот такой уголок у меня есть в саду, где есть эта розочка. Цыплячьего цвета, можно сказать. Вот она такая. Вот такая. Розе у меня второй год. Покупала саженцем от агрофирмы «Поиск». В том году было пару цветочков, как-то совсем она не держала, быстрый ветер ее разлохмачивал, как-то была не очень довольна. А в этом году уже она набрала как-то силу, перезимовала очень хорошо. И сейчас такая солнечная красавица. Спасибо вам, до новых встреч!